я вот такой человек, который не любит перемывать кости и что-то комментировать. Но сегодня в каком-то веке я залезла в актуальное, и на каждом шагу я увидела, что Саша Черно вернулась с Йоси на проект жрать, как там и говорится, да, типа халявную колбасу. Сорян, ребята, я открою вам глаза. Туда все идут жрать халявную колбасу. И я больше вам скажу, даже иногда редакторы зовут туда поесть этой колбаски, как мы туда и пришли. Но я помню, как мы пришли с Сашей, нас позвали, а в оконцовке выставили так, как будто нам кушать было нечего. Поверьте, ну, вы понимаете, да, мы живем без дома 2 и прекрасно себя чувствуем.